Всем добрый. Продолжаем наши задросы в дотку, да? Так, сейчас. Вроде все настроил. Надеюсь, микрофон не будет сейчас тупить. У нас ФБ, да, пацаны тут же на ФБ идут. Да, они на ФБ непонятно, собственно. Так, ну еще веточку возьмем. Мы пикнули Акса, да, пикнули довольно интересно. Пикнули, типа, ну, чистые заумни пикнули. И сейчас пойдем в лес качаться. Вот, тут чужие команды очень неплохой пик, да, есть и Destroyer, есть и Tidehunter, есть и Silencer, да, есть и, собственно, Viper тоже. Есть ранняя агрессия, есть поздняя агрессия, да. Очень много неплохих пиков. Если что, там, конечно, Bloodseeker это не очень будет. Вот, у нас, а у нас есть Omniac, собственно, это два героя, таких уже не очень. Я в лес пойду. Нет ничего более уебищного, чем лесной Акс. Да, что ты мне говоришь тут? Ну так, будем играть четвером против пятерых, пока ты фармить будешь. Ну вообще будем играть три на пятерых, если ты не видишь. Потому что у нас еще течет. А фармить я не буду, мне только даггер нужен, и все, фактически. Еще течет слово постоять зато. Так, тут реген. Ладно, я оставлю, наверное. Нет, не оставлю. Да, толку нет. Трогена этого. Но я не разделяю мнение Омни, что лесной Акс плох. На самом деле, тут паки быстро состакать, и можно неплохо нафармить. Омни большой КД, поэтому как бы Омни не слишком хороший персонаж, да, его редко пикают. То есть вот большой КД на ультимейт, это большой-большой крест на Омни. Вот, Магина занерфили, да, вот мы тоже уже знаем это. То есть у него на 13 лавле 800 хп, по-моему, я мерил вышло. Без айтемов, то есть на 13 лавле. Вот, клопа там более-менее будет. И все, как бы у нас кроме клопы никого и нет. Фактически. Ну, клопа очень неплохой персонаж. Делать от пула. Нам сильно зато заодно поможешь. Так, ну делаем отводы, да, конечно же. Разумеется. Оп, и весь пак убили. Но особо долго их не делаем. Потому что нам фармиться надо идти. Крипов отвели. Ладно. Сейчас, наверное, вот этот вот правый верхний попробуем состакать и убить. В зависимости от того, кто тут. Я полечу, если что. Вот, все, вся наша надежда на Магину, но Destroyer, например, это тот, та же самая, да, контракт Магине, потому что у Destroyer постоянно много маны. То есть, даже если вы будете Магину его убивать, и рассчитывая на то, что у него большой монопол, и следовательно, большие затраты по маны будут постоянно. Но такого не будет, у Destroyer есть реген маны, как бы, да, очень эффективный и очень быстрый, и поэтому, как бы, Destroyer, это даже контра на Магину, нежели Магина контра на Destroyer. Вот, там есть Silencer, ну, Silencer чуть полегче будет, как бы, КДшек у меня немного никаких. Так. Одна иллюзия со стаком, сейчас пойдем сюда. Другими двумя убегаем. Бежим сюда. А этой стаком. Главное, чтобы она сейчас не крутанулась, конечно, когда ее бить начнут. Потому что тогда хиллер начнет хилять. Ай, да, уже крутится. Ладно. Тогда идем забирать. Качаем, конечно же, раскруточку, а один поинт кинем. Берсерка. Остальное, наверное, в Battlehunger покидаем. Battlehunger, он довольно эффективная штука, да, когда вы сражаетесь, грубо говоря, один на один, и рядом нет никого, кто бы мог добить персонажа. Или кого он мог добить, ну, да, потому что, когда вы кидаете Battlehunger, по персонажу идет большой урон, на который вы его кинули. Он замедляется,
Или вы ускоряетесь там на 10%, доп. Скорость дать 10% и замедление передвижения 10%. То есть суммарно вы на 20% в плюсе будет. Ну, на 20% быстрее его фактически. Вот. И самое интересное, что Battle Hunger, он стакается. То есть, если вы кинули один Battle Hunter, вы одного замедлили, себе плюс 10 сделали, кинули второй Battle Hunter. Второго замедлили, себе уже сделали плюс 20 скорость передвижения всем, кто рядом. Поэтому, в общем, акции, они качают себе Battle Hunger, Hunter, да, Hunger, хотя бы на единичку. Это обязательно, как бы. И из того, что еще скажу, тут нету билда на манту у Акса, да. Через манту Акса тоже можно и делать. И нету билда на мажор. И манта и мажор, они дадут дополнительные вот эти ваши Control Helix, да, вот как бы. Вот этот АОЕшный урон, они дадут его дополнительно, то есть вы больше урон нанесете. То есть как это работает, да? Манта, она вызывает иллюзии. В иллюзии от вашей пассивки вот это вот 100% урон будет. Когда вы будете очень толстым аксом, иллюзии будут выживать, скажем так, ну, много плюшек, да, они будут ловить и выживать при этом, то они вот с помощью вот этой пассивочки нанесут много урона довольно. А мажор на аксу нужен, потому что мажор дает такой же, да, схожий баф и... Мажор даст вам такой же бафик, да, который будет только бить четверых, насколько я помню. Так, ну ботиночек у меня есть. Собственно, сейчас ботиночек куплю и в агро пойду. Тут убиваем. Ну, ботиночек, в смысле, хилочку. Че это там, да? Не, я на базу убежал. Куплю ботиночек и пойдем в агро. То есть поспамим Battle Hunger, да, сразу на двоих. Они у нашего Таура, как бы это вообще халява полная. Ботиночек это вот этот вот купим. Вот, потом купим Dagger и купим Vanguard. Дальше уже в зависимости как пойдет, вероятно, дачу придется варить. Вот мы, потому что там есть дестройер, дестройер на 100% урон будет всегда наносить, и как бы он из-за этого будет сильно страдать. Так, сейчас обойду. Ай-яй-яй. Ладно, отведу сейчас. Не, хотя пойдем. Чё? Антимаг стоит, а у меня нет. Еще на фарме больше не ребят, что за хуйня? Пойдем дальше. Не, не стоит. Да, дальше, дурак. Ну, просто давай проплетит раскидать все. Антимаг, можешь пробовать, я тебе просто хил дам, если что. Ну вот, забрали же, нормально. Так, убежал в лес фармиться дальше. Можно, в принципе, еще потусоваться тут. Акс это вот такой вот агро-герой, да. Это герой ранней агрессии и средней агрессии. То есть Акс обычно не силен в поздней игре, но и в поздней игре тоже много чего можно понаделать, конечно же, но он уже не силен, не так силен, как Мартра, да, скажем, одетые. Как Войт одетые. Это очень печально против Вайпера. Даггер скоро. Да, Вайпер он замедлять будет. Магинка там фармит. Сейчас мы Магинку сейчас приоденем, собственно, и Магинка нам затащит все, как всегда. Там уже трипла пришла. Сейчас хп хоть поднимется, потом пойдем. Забирать. А ты левел нам бы 6 взять. Вайпер уходит. Да, может, вайпер. Как бы линию ломает. Вайпер не уходит. Ладно, сюда подойдем. Тут хейст. Сейчас хейст забираю, бегу.
Давай, один левел, ну, крутанись. Замечательно. А, ворвут сейчас, готовьтесь. Ну все, врываюсь, типа. Ну что, врывайся на них. Голову проломил. Ай, да, немножко припозднился он с ультимейтом, да и ультимейт бы мне не помог, но... Мана нет. Собственно, да. Ну, надо было убегать, но мы акс, мы лучше засейвим кого-нибудь. Так, еще из забавных вещей на акса, да, забавный очень аганим скипетр на акса. То есть, до этого скорость дополнительного передвижения и очень-очень убирает, по-моему, КД, да? С блейда увеличивает дамаг и убирает КД. То есть как убирает КД? Не то чтобы убирает КД, если вы добиваете, убирает КД. Хотя вроде это и сейчас так сделали, да? Длительность ускорения 6. Наверное, сейчас так то же самое. Так, бежим помогать. Там видим вайпера. А, в лес ушел, тригенимся. Смотрим руну опять-таки, вот эту вот, да, когда в лесу фармим. Потому что руна много чего сделает. 5 чей там. Вот как сейчас, например, можно попробовать. Еще попробуем развести Тайдхантера. Только вперед не лезь, но... Если в крипы встанет, убьем. Сейчас пак придет, и я согрю. Смотрите, осторожно, захилить хоть меня, что ли? Они обходят нас. Уходим. Бафнуть ничем не можешь. Сало, конечно, вообще не вовремя. И тут еще трое. Блин, каут. Да блин, каут делай. Да. Ну ладно, надо до даггера дофармить просто. Они уже очень осторожно играют, да, отдались там пару раз. Еще тем временем 7-7, и у нас есть минер, который бесполезен. Это беда. Это беда минеру. Вообще не понимаю людей, которые пикают минера. Ну, он уже нафармил, да, Battlefield. В принципе, не так плохо. Ну и, собственно, я тоже понимал, что тот же Viper, прямая контра как сюда, он будет нас постоянно разводить своим ядом. Что против вайпера мы там много чего не сделаем. То есть, ну вот Акса кто контрит, да, вот вайпер, виномансер, Тракса. Все эти персонажи, которые вас замедляют, когда вы передвигаетесь. У вас просто не хватает хиста, чтобы до них добежать, да и что-то им сделать. Ну, скорости передвижения не хватает, то есть. Так, чекнем руну. Руна богатства. Тут я начал говорить. Зайдем. И он как дается. Да, минер-то бесполезен. Еще, ребят, денег нет вообще. Так, на второй варде, если бы деньги были. Это забираем. Я думаю, на топ кто-нибудь соберется. Это жизнь.
Либо стоп добивать. Сейчас надо будет осторожен, будет теперь нас будет видеть. Ты сюда прыгнул, просто и все. Дагер подняли, да, 250 теперь стоит. Так, руна сейчас будет. 5 богатств нам дали. Еще немножко остается. Он тоже говорит, так сюда прыгнул. А что туда прыгнуть? Так как прыгнуть, да, собственно, меня же там убьет. Ем у дестроера, пацаны. ГГВП. А, ГГВП было, когда ты течеса взял. Да, течеса, зачем пикаешь? Аркана же на течеса, надо взять. Так, добираем, да? Дагерок. Сюда батлхангер сейчас заспамим. Если ты никого не убиваем, потому что это только на героев ульта идет. Если вы начнете ей крипов добивать, ульта будет кдшиться. По 60 секунд, да. По 75. Да, вот кулдаун сбросится, уже так сделали тоже. То есть, там сходом. Есть дагерок, но от этого дагерка сильно пользы не будет. Да хочешь, что не сбьем? Они сейчас пуш пойдут. Еще, конечно, убивает то, что... Гем надо выбить, вы понимаете? Да успеем его выбить, твой гем, просто успокойся. А у меня паникер. Я не успел ничего дать. Мины ставить не умеет, паникует. Дурак даже линию не может толкать, пропушить лайт. Ну тут не знаю вообще. Бог, у тебя для нуба слишком великий ник. Поменяй. Гем в пятером. А, гем вайпер, ребят, поздравляю. Да сегодня праздник какой-то, ты нас всю игру поздравляешь. Чувак, пойдешь? Не, пусть подымется. Тут и как бы есть трапы. Сюда будем огреть. А у тебя баран нет ничего. Еще раз мы тернешься, то точно засолимся. А он умер, пацаны. Ай-яй-яй, где моя хилка? Где моя хилка? Куда ты убежал? За руной? Сори. Ну, чувак, с гемом просто. Ставь мины в лесу так, чтобы их нельзя было рассмотреть даже с гемом. На мид-то они зайдут так и так. Они так и так зайдут, ты ничего не сделаешь на минере. Папа, иди фармил. Тыки, следи за вардин на туре между деревьев. Я постоянно получаю экспу. Сикер ушел на бот, антимаг, осторожно. Он за антимагом пошел. Могу прийти помочь. Пойдем магину сейвить. Cut and run. А, я ж не могу тебе хилять, стой! Ой, ло-ло-ло. Что-то я думал, рыпал меня засейвит. Нет, ты пробивает БК по ульта его. Ну, я еще хотел теперь я уже вижу, да, пробивает. Не проходит. Опа, они сейчас будем сейвить. Да, так мину он поставил, конечно. Взрывай! Куда взрывай, там урона не хватит. Пусть. На антимаг опять сидит. Ладно. В этот раз, короче, раки в моей тиме. Если мы это затащим, это будет уже, конечно, хорошо, но... Да, уже понимаем, что для этого должно быть случиться чудо, что мы затащили.
Мидл у нас ломают. Дам хил. Сам беги за своим гемом, я туда не полез. Взял течься так, как будто не знаю. Как будто не понимал, что там тут же поет гем, тут же варды, тут же все будет заваружено и. Нормально, все, тимак, бегай, фарми. Просвечено и все, что можно будет сделано, чтобы просто на мину не встать. Ой, господи, все еще без вангварда хожу, все еще 19-я минута. Сюда ставит все это дело. Надо их на мины эти стянуть. Тимак, ТП, а, ТП носитель всегда. А зачем ты папку вытащил? Бегу на мины, бегу на мины, на мины бегу. Ай, крутанулся же. Да, и трое. Он не культанул, но... Антимаг у нас сплит пушить не умеет, баран тупой. Ой, все. Сплит, дебил. Нахер ты взял антимага, рак тупой. Течется в сало, короче, неадекватный. У меня даже манты ни в чем может был. Взорвался. Да, хпшки нет. Унижает, конечно, меня. Он на те же мины затащить могу, да. Пока одним будем жить. Другого также тут ничего пока не сделать. Будем также Battle Hunger прокачивать. Надеюсь, что стикер ничего не сделает нам. Может, это иллюзия. Сори, не успокоился. Ой, еб, зачем я прожил так давно? Так, забили кого-то, да? Бежим лес фармить, сейчас будет вангвард. Надо не стесняться мне стилить, да, потому что там... Ну, течь голд не нужен, магини тоже. Ай-яй. Застряли. Вот, еще что можно сварить? Еще усилок, конечно же, можно сварить. Бладмейл можно сварить, да? То есть Бладмейл мне, например, очень здорово поможет против сикера. Бежим сейчас стаминку купим. Вангард, он заблочит урон, да, просто часть урона, который у нас проходит, если кому интересно, и поэтому как бы чаще будем кружиться, крутиться там. Да и т.п. Так, Сайленс отлетел. Сайленс. А какой хер ты лес фармишь? Фига лайнс есть. Вот забираем. Мало дает фарма лес. Выходи на линии. Лес дает на самом деле очень много фарма. Вот да. Особенно с тем артефактом, что у меня есть, да, Battle Fury есть же. Минус один, минус второй. О, все замечательно. Они, конечно, ругают Магину, но Магина, мне кажется, довольно скиллованная у нас. То есть он даже ботиночек не купил тоже. Я бы на самом деле, если бы меня ганчили, так я бы тоже ботиночек даже не покупал.
Потому что надо быстро одеваться. Надо тащить очень рано, да. Вот, а ботиночек он что даст? Он даст небольшую скорость перемещения, при том, что у вас есть блинк. Ботинок не особо и нужен, когда есть блинк. Ну, это уже такое на самом-то деле, да. То есть, кто понимает, тот понимает. Не то, чтобы вообще ботинка не нужно было, но когда ботинок на Магине или на Квапе, можешь подождать на самом-то деле. Можешь садить более нужные артефакты сразу сходу. Так, я добираю мажор. Мажор, то есть, не, ну мажор мы тоже будем собирать, если будет шестой слот, возможно, для шестого слота, да, мажор. Там уже потому что придется в ДПС одеваться как-то. Стикер, помогайте, ребят. Давайте забайте на меня. Кто его убьет-то, я что ли? Так, вангард есть. И следующий Bloodmail будет. Внизу агрессия идет. Надо вниз лететь. Покупаем ТП. Кура где-то отдельно летает сейчас. Кура, бери ТП и давай к нам. Тут берем вангард. Идем драться. Давай, давай, кура, кура, к нам. Пойдем так, чтобы никто не видел. На минус 2. Не за дефаем, наверное, уходи. Да, Сикер меня поймал на ульту. Маги не все указывают. Особенно умник. Бомжеватый умник. Да. Постоянно скакай по линиям. Нет, ну это действительно правильно уже совет. Сплитпушить, убивать паки, да, постоянно скакать, покупать ТП-шечки. У него ПТ еще на инту. Еще у тебя ПТ на инту тоже, Магина. Ну, интеллектуал. Так, ну что пытаемся сделать-то? Надо хоть что-то надо. Там уже мажор есть, да, у Bloodseeker. Ну, Bloodseeker сейчас не так страшен, как раньше, да, когда он надевается. Сейчас Bloodseeker больше саппорт. Действительно, пробуй сюда протолкнуть их. Зайди на ХГ тихонечко. Я тебя зацепили, если что. Просто, чтобы затянуть их на минус. Есть там кто-нибудь? Прочекай. Ну, заходи. Ладно, я сейчас загрю, готовься. Антимаг, иди, ты видишь, никого нету на тут, пусто. Ай, ай, ай. Пацаны, не надо, не убивайте. Не надо, не убивайте, пацаны. Пацаны. Подойди к крипам, я первых спел дам. Акс, жди. А ребята, они на Рошане, кстати. Акс, можешь врываться. Да, прям мечтаю. Ну чё, будем что-нибудь делать? Ну, меня уже забрали. Мне никто не помог. И там еще, видимо, вард, раз меня видно. Ну, да. Я тогда с гем похожу. Не самая лучшая игра на Аксе, на самом деле, потому что ранняя агрессия, да, прошла вроде как, но вот среднюю агрессию мы все потеряли. Поубивали нас. Ну, при таком пике неудивительно, собственно. Миньор, да. Омник. Вся надежда на Магину, который сейчас наденет манту, оденет баш и там всех перебьет. Клопа в центре возьми на базе.
ни одного таура не забрали. А все так хорошо начиналось. И как видели, Сикер меня убил, даже не отрегинился. Хотя нет, нафиг легко БКБ. Халявы Сикера нет. Я теперь нет. Голос Алисера. Бегу, 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 бегу. Ну ёб твою мать. Так, ну сайленсер мы забрали, он нубоватый немножко. Сайленсер вообще очень-очень-очень хороший командный игрок, да. Где-то я уже записывал ролик за сайленсера, когда собственно, один сайленсер решает весь ход сражения. Ну, весь ход стычки, да, грубо говоря, одна. Вот. Ну, уже тоже говорил, что у сайленсера раньше был гораздо имбовее. Сайленсер раньше была пассивка, которую вешала сало на 4 секунды. Ну. Еще. Которая постоянно работала. Которая просто унижала всех в чужой команде. Можем тогда пробовать тебе. Хотя ой и. Может плохо. Нужна помощь Коку. Можем на них двоих напасть. Так. Собираем. Собираем отдачу, да, собираем Гладмейл на данный момент. Учащийся забавный скрин. Ну, парень, наверное, много на течься играет. Утечься винрейт низкий. Все равно будет. Сколько не играет, там, наверное. В лучшем случае 30% игр на течище будет выигрываться. Так, они идут. Мины пока я только тут вижу, а еще. Тут таур заминировали и тут заминировали. Заминировали нормально, сейчас огрим. Пока они туда-сюда ходят. Снаукский мин. Оп, взорвали. Зря убился, зачем? Go дальше. Туда тпшнулись. Да, не догоняем тогда. Нет, догоняем теперь. Там еще вайпер. Иллюзия. А, Квапа прыгнула дальше. Идем за ней. Собственно, правильно. Ну, чувствуется Квапа. Утечис тоже, конечно, удивляет немножко. Да хорош, где заморали тыкис. За пару можно все плен за счет этого тимага. Тут забираем таур. И Блэд Мэйл готов. Сейчас будет уже немножко полегче. Потому что противник, когда будет нас бить, будет нас убиваться. Собственно говоря, следующим, наверное, что-то на стамину, да, будем варить жестко. Вероятно, это будет Тарасочка. Сейчас не можно еще усилок попробовать собрать. Усилок тоже нам даст немного хп, даст немного маны. И в том и том Акс нуждается, очень сильно нуждается. Так, ну и мину он обновляет. Замечательно, собственно. Кому-то взорвем сейчас на минах. Ну, хорошо на самом деле Течис играет, я ожидал худшего, как всегда. Идем вайпером. Сюда идет. Сейчас пойду бать. Ждите. Тут вард стоит, ты зря бежишь. Он все равно видится. Магина фармится. Все окей. Для нас манта есть уже.
А, снизу пытаются обойти. Давай, 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 назад, назад, сходи. О, ультимейт есть. То забираем. Ай-яй, убивают, убивают, пацаны. Пацаны убивают, пацаны. Своровали интеллект, тут вар стоит, не видит мина. Ой, и сайленс поймали. Даже блатной его не отжать, короче. И не развели. Да, не развели. Магин сейчас отбиваться будет. Так, и сверху у нас здесь Квапа бегает. Квапа уже неплохо одет, а уже хаксик есть, да, фактически. 27 секунд подождать. Все взрывается. Так, фортифай отожмем. Фортифай сейчас, по-моему, очень быстро кадышится, да? Квапа БКБ нужно. Ну чё, я побежал. Торопишься, отменяй, отменяй, отменяй. Не, нормально, наверх сейчас побегу. Пацаны, спасите. Взрывай. Разрулили. В общем, как-то с помощью течеса все разрулили. Но игра веселая, по крайней мере, не такая скучная. Вот, да, как-то так. Нас убивают, собственно, затары есть, но нас убивают. И вот это вот и есть основная загвоздка акция, да, если вы раннюю агрессию и среднюю агрессию как-то вот не дожимаете, это все дело фармите, то вас атаки потом просто никто не боится, потому что, ну, вы никого не запушили, вы никого там, грубо говоря, не поубивали, не нафармили, не загангали. Низкие статцы, и у них хорошие кэри в итоге оказываются, да, которые вас убивают с руки просто банально. Даже если у вас хороший шмот. В этом вся беда Акса. Мид весь за варду. Завардили, окей, ладно, побежали. Собственно, три слота есть, да. Ботиночек можно потом выкинуть будет, если в том нужда будет что-нибудь полезное взять. Это уже детали. Один слот по Тараску будет. Обязательно. Чтобы было хотя бы 3к хп у Акса. И Магина фармит. Так, ну тут зафармим быстро. Уходим, там кто-то идет. Не знаю, какую-то катку будем выигрывать, если у нас керри будет так продолжать. Квапа сюда, быстро назад. Идут. Нам бы мин? Мин нет. Они что, еще один кем купили, или они девардят? Идут. Надо удирать, тут нет мин. Нечем засейвить. Может, там антимаг толкается, человек? Cut and run! Все варды снесли, все варды, сука. Ну, те сейчас, да,
немножко задефал нас. Несмотря на то, что у них есть как бы рейнджовые герои, да, с рейнджовой атакой, они все равно тянет, тащит. Их желание, конечно, убить нас, но оно тянет, а не течь тянет. Пойди они просто в пуш-мид, да, грубо говоря, и нас бы уже тут раскатали. Как бульдозер просто раскатали, проехали по нам, и все. Антимак, вот сейчас может понадобиться твоя помощь. Ты уже можешь лица ломать. Идем снизу. Я почти успел ультимейдать, ребята, почти успел. Умер. Да, минус 5. Куда? Че, никого не взорвал там? БКБ надо Омнику, чтобы в драчках использовать его ультимейт, но БКБ у него нету. Ну, мы все бомжи сейчас немножко. Дестройеры довольно быстро, да, хп видели, как сняли. Вот толку от этого. То есть, ну, от дестройера мы получаем, грубо говоря, 100% урон, да, потому что там урон магический идет. Типа урон чистый, то есть, вот, тут прям написано. И, в общем-то, да, дестройер, убивая нас, убивает себя очень быстро. По хп мы его обходим, но... Ах, что-нибудь было бы вместо течеса, мы бы всех уже порвали. Ну и, собственно, Акса тоже можно было не пикать. Акс это как раз один из тех героев, которых я предпочитаю избегать. Было время, очень много играл на Аксе, конечно. Да, у нас склад скоро будет чемпионов. Забрали слева. И что ты сделаешь, если пойдешь туда? Но у нас только под Т3 раскатали, а ты на ваша сейчас пойдешь, не их 5. А сейчас смотри, что сейчас будет. Если я там хлоп так и убью кливом. Так не заметит даже. Не, все нормально. Значит, они нас ищут. Так, докупаем еще хпшечки. 2к хп становится, но... Совсем путные, в смоках ходят. Да, у них керри лучше, они фармить сейчас просто будут. Клопа, я, если че, всегда на тебя буду вешать второй спел. Потому что у тебя весь прокат магический. Заметьте, на, никто не матерится, все хорошо. Вот тут же понятно, что мы немножко повыше, чем просто 3к играем. Никаких матов. Ну, течь немного, конечно, да. Согрелся. Ну, немного, далеко не немного. Ну, и магина, да, действительно, балат. То есть, обычно, как магина по лейну скачет, да, ТП-шечки покупают, постоянно ТП отжимают. За счет этого магина быстро выфармливает. Так, уходим. Значит, нас там встретят. Ну, Тараска есть зато. Сейчас супербашер взять и разрыватель. Сюда зайдем. Акс, может ты Кримзон фармишь или что, я не понимаю? Тараска я фармлю. Тайдхантер один стоит, пошли за ним. Успеем убить Тайдхантера или нет? Не, он уже не один, нифига. И сейчас они пойдут убивать Рошана, смотри. Забираем фарм и пытаемся затащить их на мину.
Но они понимают, что в лес бежать не надо. Печально будет, если они в лес побегут для них. Бежали. Чувак, инту хотел своровать. Он своровал ее у клопы, короче, в итоге. Фармим тарасочку. Вот. Не знаю, конечно, вторую тараску будем ли фармить. И так ли она нам нужна. Назад. Лучше уходить, да, действительно. Клопа решает согреться. А и клопа сейчас там останется. А, запотел. Отдаемся, короче, пацаны. Убегаем. Клопа, клопа, что ты делаешь? Сейчас умрешь. Клопа банканулась и умерла. Мы тем временем нашли хейст. В ту сторону. Да, и Магина тоже умер. Магина сложно без башера драться. Так по опыту, если скажем. Да, постоянно все разбегаются, хотя у тебя есть блин, да, и много дамаги, но... Все равно тебя будут убегать, я буду раскачивать, как пытаться. Если, например, я не прыгну и не поймаю все угро, Магина там много ДДПС. Я думаю, прям сейчас уже не нанесет. Так, надо убегать быстрее. Побежали, побежали на базу. Дальше, наверное, ТП отожму. На ХГ заставь, зачем внизу-то? Как подойдут, я попробую загреть сейчас. Успеем на Рошу? Нас там оставить на Рошу. Блин, нам бы... Клопы сейчас на самом деле жестче сильно хватает. Если нас разлетит... Внизу, внизу. Пойдем сайленсер, может, попробуем. Там уже убежал. Ну, они расшанут их. Ну все, уже назад не было. Так, могу на ХГ вставать, они сейчас пойдут пушить. Сейчас ближайшие 5 минут... Купи ТП, иди по топу. Сейчас они ближайшие 5 минут, я должен будет запушить, да? Потому что... Действие Аегиса вот этого, его понерфили до 5 минут, насколько я помню. И прям когда они вот вышибают его... Ну что ты сделал, если ты не успеешь? Пешком бы дошел. Так, ну и бегаем тут, агрим. Собственно. Полусражение, я думаю, они залетят сюда и... Их порвем. Смотри, сейчас на мину поагрю, если они по мину пойдут. Так, они по мине не идут, все нормально. Собираю качаем уже плюсики. Нижнего нет пока. Но они боятся течься, такое чувство, что... На ХГ только говорят здесь. Там немного не хватает до Тараски. Все еще. В 50-ю минуту игрок притекает, да? И все это закончится. Не успел. На второго. Сайленс, сайленс. Антимаг продолжает пушить.
Оттягивай на мину, пытайся. Всех тауров мы забрали, только пока два из них. Ё-моё. Вообще печаль, короче. Ну чем ты крипов туда увела, копа? Ну что ты делаешь? Так, если они пойдут в пуш, надо будет отвечать чем-то. Чуваки попали на мину и убежали. Копа, копа. О, он ее засейвил. Ну я реально засейвил. Бегай, Магина, бегай. На мин, тащите прыгай их просто сюда. И все. Копу идем спасать. Спасение не сильно нужно. Надо упасть вообще и добить. Ну. Я замедляю его. Шоу, короче, убей вайпера. У него гем, пацаны, у него гем. Забирай свой гем, короче, течет. Все, заберу. Она сейчас бот спушит. Ох, не взял же почему-то. Че я убежал-то? Так, ну и Тараску. Сварили. Ну и Грязакс, они все такие у вас будут, мне кажется, на самом деле. Да, можно, конечно, побегать, постелить вот этим вот блейдом, там поиграть агрессивно и прочее, но большинство именно вот таких вот игр у вас будет за акции, да, где вы банальный саппорт и ничего, кроме банального саппорта. Но эту игру я выложу, мне нравится играть, если вот так говорить прямо. Угол тогда бахнем? Или думаешь, подойдут его ребята, подружки? Главное, чтобы он в ауру мой попал. Забираем. Уходим, у нас там сейчас все шваркнут. Тараску. Все шваркнут, прилетит сикер, все прилетят. Собственно, уже сейчас будем в карри одеваться. Я, наверное, не буду одевать, как тут рекомендовано, да, грубо говоря. Вот эту вот штуку, да, Шива. Шива нужна, она просто для того, чтобы вам дать дополнительную защиту. Ну, снизить скорость атаки, да, близко стоящих, и не дать возможность вас раскайтить. Вот, но этого делать не буду, я не буду ее собирать. Я, наверное, сейчас просто соберу башер. А потом слотов не останется уже, к сожалению. Собственно, их уже нет. Им придется Бладмейл потом выкидывать и за него еще манту покупать, да? Антимат, пока ничего не покупай, оставляй себе на бойбок. Забираем. Ну, же могут жахнуть. Ах, зря полез, сори. Акс, бегу, 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 братишка. Убегай. Немного агрессивно я сыграл. И поплатился, собственно. Тут же поплатился свою агрессию. Магина вроде одевается. Если мы покупаем башер, да, нам надо разгонять хосту. Башер нас даст возможность. Вот должен на базе лежать. Где? Против многих играть, да, против, например, того же Destroyer играть, против Bloodseeker даст возможность играть
против. Так, ты сейчас гейм? А, вот. А, против Сайленсера, против Вайпера, да, тоже даст возможность играть нам, грубо говоря, Башен. Но Башен потребует от нас разгона хоста. Вот, еще из того, что можно выкинуть, можно Вангвард уже выкинуть, точно. Да, не уже должен был куда он давиться. Вангвард уже можно выкинуть. Ладно, его пока оставим. То есть один слот еще на Вангвард тоже точно есть. Если мы в кэрри сейчас будем одеваться, да, через Башу. Через Мажор, через Башу, через Санжу, может быть. Клопа на меня прыгай. Опа. Ничего, не убили. И они боятся идти. Видимо, гем не могут купить, и все. Этим сказано. Просто банально боятся идти. Небольшая кама все-таки, да, получилась. Здесь берсер кол. Есть мины, на которые я могу их затянуть. Правда, КД, ну не КД, а продолжительность маленькая совсем, 3 секунды. Не очень близко должен к минам подойти. Так, тут крипов нет, там тоже зафармили вори. Тут за иллюзиями гоняется. Пидарасы догадались, что нужно на месте ходить. Че, ребят, будем на них инициировать? Нет, дефит надо идти на ХГ встречать. На ХГ тогда, на ХГ, на ХГ. Те чисто щи, короче. Надо первое на Сайленсера прыгать, потому что он... Надо Сайленсера сходу убивать, да, я думаю. А, просто инициирует первый. Все, сейчас будем. Если могу заливать постоянно. На нем поближе, если сами все равно увидим, то спанем. Если антимаг ульт дает, это собой. Так, Б, Б, Б. Б, 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 уходим. Они Сталинс еще прожали, нормально. Сейчас кончится и прыгну заново. Так, ну мы изменяли-то вроде неплохо. Ай, ульта, конечно, косячная. Клопа, давай, давай, добей кого-нибудь. Дабл. Даблкил. Замечательно, разменялись. Ну, Дестройер разультовался, да, в Бладмейл. У нас инты мало было. Он все хп себе вынес тут же. Вообще халява. Эту игру обязательно выложу. Мне она нравится. Вставлю на бабок. Да, посмотрите, сколько гемов. Просто 4 гема у нас на базе. Варды лежат. Собственно... тащили, кажись. Клопа тоже 6 слотовая ходит. Ну тут еще 2 слота можно выкинуть, хотя в принципе вайпер антимагии есть, поэтому как бы вайпер на клопу-то совсем. Доблестный попал. Так, они разбегаются, да, значит, мы по ним дефти, а их, куда я, наверное, отжимаю. Мышка немного тупит,
Сори, надо новую мышку брать. Да, разжил, снесите и назад. Хотя не все, ребят, назад вообще не надо. Сейчас задефим этот пак. И нормально дальше. Блэдмэйл точно давать уже не буду. Дестрой просто в нас убивается, как нафиг делать. Стой, 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 да нет, да нет. Все, забираем. Я просто бегал в инвизии, замедлялся. Это последний пак забираем, убегаем. Так, убегаем. Немного сплетанули, да, и сейчас мы... Можешь нападать. Вешай бессал на него. Мажор, наверное, даже одену. Баш пробивает, на самом деле, БКБ. Если кому интересно, сколько я знаю. В общем, там БКБ, не БКБ, Магини до лампочки. Да, мне вообще не больно, как бы. Вот, а Destroyer Магина-то убивает. Да, ты не знал, Destroyer Магина убивает. Так, бежать. Ладно, побежали. Как и быть. Ля-ля-ля. Бэкдор же. Нет? Туда я не полезу, там слишком много. Собственно, Тайдхантер и Вайпер дисконнект. Видимо, два друга. Да, перезашли. Ну, это, конечно, эпичная победа. Тич затащил. Но свое представление о Тич как герой я не поменяю. Слишком бесполезный. То есть они просто не смогли зайти и спушить нас. Потому что боялись, что там мины будут. При этом мог пушить в лоб. Как бы. Тут затыкать все вардами, да, и убить все мины. Они не смогли, не решились. Комет копа. Он тащил. Нет, тащил у нас копа. Да, и копа, конечно, тоже тащу. На мажоре можно подумать, в принципе. Как первом артефакте, да? Ну, как в следующем артефакте, который разгонит нам хосту, да, и даст возможность сварить башер для лайт игры Аксом. Ну, собственно, уже шестой слот, да. Ну, тут можно будет вангварда дать. Потому что он будет особо не нужен. Собственно, мажор нас немного еще бафнет в плане дамага тем, что будет, будет отдача дополнительная. Уйди 200 урона, чистого дамага в 4 цели, когда нас будет убивать. Так, а, сейчас будет нахуй, так сиди сюда. Сейчас они бегут. Ну что, влетать нет? Копа уже пошла. Наверное, следом. Ну, нам дестройера главное поймать, да, и... надавать ему. Ну, беремся, офигенный пульт. Нет, видимо, уже не деремся. Блудмейл быстрый КД, да, немножко радует, хотя мы это за пацанами бегают. Ай-яй-яй. Жми, Блудмейл, давай, друг. Сало и... и он снова сейвит его. Совсем сильно. Да. Сейчас ты абсолютно зря начал сплит пушить. Уходи. Дестрой молодец. Только
меня вануть. Ну, собственно, это уже победа. Это уже почти точно победа. Да, пробивает БКБ рапч. Это единственная, конечно, радость ультимейтов у Блудсикера, да? Ну, как его называют, Стругвар. По привычке, с первой доты. Вот, а на самом деле ульта Блудсикера, она настолько бесполезна вообще. Можно просто купить ТП-чечку, да? Когда он на вас вешает ульту, просто уходить ТП. Вот примерно настолько бесполезна ульта у Блудсикера. Так, ну видимо это ГГ, мы победили. Этот Хантер ничего не собрал в итоге. Нубоватый Тед Хантер. А Сало фидером теперь обзывает. Ну, с Салом по-другому и не сыграешь, он очень дохлый сам по себе. Там надо постоянно как-то сейвиться и не лезть в драчки. Так, ну давайте посмотрим. Меньше всего Вайпер умер. А по шмоту там понятно, почему он меньше всего умер. Бладсикер, ну типичный Затар. Собственно, Бладсикеру тоже уже вообще тарить некуда было шмот. Крипстат неплохой. У меня тоже. Ну, так я еще не последний по крипстату. Я-то, ну, меня там вообще унизили. Ну, ладно, собственно. Это все, победа. Оставляйте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Еще обязательно во что-нибудь поиграем. И вот такой вот акс получился у меня. А какой он получится у вас? На этот вопрос вы ответите сами. Удачи!